На свете мало недостижимых вещей. Будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Непотерянный рай. Эта дорога соединяет село Тосеево и деревню Сухово. Для несведущих в ней нет ничего необычного. Дорога как дорога. Для местных и знающих один из ее участков – это рубеж, который два раза в год вынуждена преодолевать сибирская косуля на своем миграционном пути. Весной направляясь на летнее пастбище к месту отела и осенью возвращаясь в лесостепь на зиму. Два раза в году ее здесь ждут. Браконьеры, чтобы убить, госинспекторы, чтобы защитить, и ученые, чтобы понять, в каком состоянии находится сегодня уссурско-канская группировка косули. Миграция животных – удивительное явление природы. Одно из самых трогательных и необычных. Звери и птицы, большие и маленькие, медленные и быстрые, отправляются в очень тяжелый, полный смертельной опасности путь. Скапливаясь в миграционных коридорах, они становятся объектом варварского уничтожения. Но они идут, движимые инстинктом, поставленной эволюцией цели – выжить и произвести на свет новое потомство. Всем животным свойственно размножаться там, где они родились сами. Косули тоже идут домой по миграционному коридору. Ну а теперь весь фронт, раньше он был, когда косули было много, 10 километров. Ну есть такая закономерность, эффект шагреневой кожи. Численность растет, миграционный коридор расширяется. Численность сокращается, вот она постепенно начинает сужаться. И вот там, где мы видели раньше табуны, и там. Вот этот участок, он ничем не отличался. Он никогда ни лучше, ни хуже был. То есть она вот, ну не на 10, наверное, а на 7 километров шла примерно одинаково. Первыми весной по снегу идут самцы. Потом к самцам начинают подмешиваться, примешиваться самки с более взрослыми сигалетками. И уже заканчивают миграцию, когда идут сигалетки, дефективные так называемые особи и остатки. Нынешняя зима побила все мыслимые и немыслимые метеорекорды. За последние полвека никогда не был столь теплым март. В такую весну все живое блаженствует. Одни раньше обычного проснулись от спячки, а другие двинулись в путь. Нужно спешить. Для всего живого на земле наступила пора зарождения новой жизни. Всю зиму косуля держится в лесостепи, и как только весной начинает таять снег, трогается нахоженными тропами на свои летние стации в малонаселенной людьми территории. Ученые считают, что миграционные пути являются решающим условием сохранения группировки, поддерживая ее достаточную численность. Вот почему эту группировку нужно сохранять, да? Она существует тоже довольно в сложных аномальных условиях, почему она и совершает дальние миграции. То есть литовка, благоприятные условия у нее там, да? А для зимовки она вынуждена в степь перемещаться. Это нормальная циклика природная. Вот благодаря ей она и сохраняется. Если еще вот люди немного помогут, в частности, и вот вы, да, неся эту службу, ну, значит, будет все хорошо. Беда косули в том, что ее миграция постоянно, из года в год, проходит в одних и тех же местах. И этим постоянством пользуются люди. Одни в корыстных целях, другие в благородных. Одни, чтобы уничтожить, другие, чтобы сохранить. Третьи исследуют ее и фиксируют происходящее на видеокамеру. Нужно признать, что наш фильм, без видеокадров, сделанных Александром,
Игорем Петром Савченко выглядел бы куда беднее, а значит, и менее интереснее. Ведь картинка для телевидения главная, а снять косулю – дело непростое. Чем ближе к объекту, тем выше профессионализм, понимаете, получается. Мы же не просто сидим на одной точке, мы меняем положение, мы там делаем скоротки, там делаем засидку. То есть занимаемся еще непосредственным наблюдением. Хотим как раз вот обхитрить это животное, посмотреть, вот, насколько можно ближе к нему подойти, приблизиться и сделать снимок. Вот сегодня мы встали в 6 утра, ну и до темноты, то есть до 9 вечера. Это вот все сидишь, ну немножко так где-то вот прошел, размялся. И вот какие-то фрагменты небольшие, я говорю, вот счастливые мгновения, да. А тогда, поскольку косули было много, ну близко снять тоже было всегда проблематично, но по крайней мере скучно не было. Я и назвал вот первый свой, смонтировал ролик. Вот с тех плохоньких камер, которые так и назвал «косулячий рай». То есть это действительно был косулячий рай, когда косули было здесь изобилие. Первый раз я здесь оказался в 2000 году, когда был еще студентом. И здесь, конечно, творились удивительные вещи на тот момент. Здесь были как раз соломенные кучи, и косули просто, они как овцы паслись. Они ходили, ну, практически вот в 15-20 метрах, а иногда стада выходили по 50-60 штук. Косуля считается одним из красивейших животных на земном шаре. Маленький олень. Трепетная лесная красавица. У косули удивительно миловидная мордочка с большими, словно испуганными глазами. Ее грациозность неотделима от ее стремительности. В беге она смотрится восхитительно. Прыгает великолепно, совершая большие и высокие прыжки. Увидеть ее сегодня в естественной среде обитания – редкая удача. А запечатлеть эту встречу на фото и видеокамеру – ни с чем не сравнимое удовольствие, которое удается испытать далеко не каждому. И вот я охотникам, они говорят, да что там вот с ружьем, когда вот трепет. Я говорю, ребята, вот когда косуля проходит на расстоянии, скажем, 5-6 метров от тебя, и ты снимаешь, там охватывает не менее трепет, когда ты вот с карабина на расстоянии 50 метров стреляешь. А интересные кадры, вот просматривая ролики, либо во время снегопада, когда вот звери идут, либо дождь такой хлещет. Вот когда солнышко, казалось бы, ну приятная картинка такая, цветопередача красивая, но когда в непогоду идут звери, ты еще снимаешь это, получается больше эффект. Да, грязь вот эта цепляется, они тяжело идут и так далее. В снег и в дождь у меня несколько кадров таких шикарных есть, я помню. В этом году погода совсем другая. Стерня и ландшафт совершенно другой. Год от года он неповторим. И вот в этом интересная прелесть и всего процесса происходящего. Приятно, да, для души то, что, наверное, вот первая весна проходит абсолютно тихо, не слышно вот этих ружейных выстрелов, вот это больше всего радует. Миграционные пути животных сформировались в результате естественного отбора. И если бы не давали определенных преимуществ, они бы давно исчезли. Но природа не могла учесть, что на ее пути станет человек разумный, и то, что способствовало жизни, станет фактором смерти. Косуля сталкивается с необходимостью проходить через автодороги мимо населенных пунктов. Миграционные пути сложились задолго, как здесь появились люди. Миграция – это дело врожденной привычки, и чтобы ее изменить, нужны крайние обстоятельства и долгие годы. Уменьшение численности косули в 20 веке связано не только с браконьерством,
но и с глобальными изменениями среды обитания животных. Главным образом со строительством ГЭС, появлением водохранилищ, ставших на пути миграции. Непреодолимые преграды усугубили и снежные зимы, и алчность людей. 70% это так называемая масса погодные мигранты, вот которые реагируют на вот эти аномальные всякие изменения, да вообще просто на погодные, благоприятная погода, снег быстрее сходит, проходит основная масса. И есть небольшая группа, там 10-15%, это те особи, которые генетически имеют склонность к оседлости. Кстати, Новоселовский район, когда водохранилище это все это пересекло у нас, да, вот если бы не было вот этих 10-15% с оседлостью, косуля бы просто вообще исчезла. Страшный год был, да, когда косуля выходила к населенным пунктам на дороге, это в основном южная группа районов, Хакасия, выходила на окраины там, к скотным дворам, где эти стажки, там остатки сена, соломы какие-то, вилами, палками добивали. Новоселовская группировка настолько была массовая гибель, что она до сих пор не восстановилась. Косули, в отличие от домашних животных, выживают во враждебной среде без участия человека, хотя и нуждаются в его помощи. Но им постоянно приходится от него убегать. Их ищут, ждут, подстерегают зимой, весной и осенью. Для жадных людей косуля недоступна лишь летом. Каждый боится упустить свою выгоду. Если не я, значит кто-то другой. И просто поражаюсь, что она еще есть. Хотя столько, сколько раньше было косулей, теперь уже никогда не будет. Я еще маленький был, рейс в автобус, не с матерью, не помню, или что-то, вот Стасеева. Автобус остановился под самый капот, под самый перед машины. Вот просто неимоверное стадо проходило косули. Машине приходило даже останавливаться. А обочины, они были заводнены сильной водой. И вот она вот перескакивает, задние подталкивают, передних перескакивает по этой воде, вот просто как корабли, вот просто как корабли. Это как бы не иммиграционная косуля была, эта косуля была местная. И вот у зародов, совхоз отметал сено, у зародов вот просто огоньки, вот фарами случайно поймали мы автомобильными, вот просто как город с глаз светится, вот просто как город. Это столько было местной косули. Небольшие группировки сибирской косули в Красноярском крае пока еще есть. Сохранились и отдельные миграционные пути. Но в наше время это становится явлением уникальным. Многие популяции, ранее совершавшие протяженные миграции, в настоящее время уничтожены или столь малочисленны, что характер их перемещений трудно уловить. И я, и мои коллеги вообще уже думали, все, косуля заканчивается. Последний год мы вот до организации заказника съездили, посмотрели. Ну, совсем какие-то там крохи, так называемые, что-то маленько видели, думали, ну, все, и эта группировка кончилась. Как Большемуркинская, вот, Бузима-Кантацкая-Кемская полное название, да, которая сегодня занесена в Красную книгу. Вот на моих глазах, на моей памяти ее уничтожили полностью, то есть довели до Красной книги. И вот было ощущение, что да, и эта группировка уникальная, крупная, тоже заканчивается. Все, заказник организовали, первый год, естественно, эффект небольшой, но чуть-чуть как бы вот приостановился этот процесс. И сейчас немножечко такая вот тенденция на увеличение численности ощущается. Нет такого количества, как было, но надежда есть. Самое главное, есть надежда. В октябре 2011 года на основе рекомендаций ученых СФО был создан государственный комплексный заказник краевого значения «Большая степь» площадью более 40 гектаров. Его главная задача – сохранить и восстановить численность уссурско-канской группировки косуль. Рост численности пока небольшой, но он уже есть. Произошел перелом, отрицательная динамика сменилась положительной, и это уже результат. Но ожидать быстрого роста численности косуль при массовом браконьерстве пока не приходится.
На территории заказника стрелять уже боятся. Слаженная работа госинспекторов особо охраняемых природных территорий, постоянно дежурящих в период миграции косули, дает свои плоды. Но рядом с границей заказника, в так называемой зоне покоя, факты браконьерства пока еще присутствуют. Не стало исключением и эта весна. Мы их выловили? Да вообще удачно. Заезжаем на поле, здорово. Ага. Заезжаем на поле, короче, и этот... смотрим, короче, три козла бегут. Но смотрим следы. В барки пошли, этот, в околочки пошли. Мы по ним, в одном ружье, топор, никого нету. В другую, это, мы смотрим, с другого два мужика побежали. Значит, мы за ними, нафиг. Но одного догоняем, второй, правда, этот, помоложе в лес ушел, нафиг, в лесу потеряли его. Ну, а этот, один-то вообще даже не поднялся, а второй, этот, потрезвее, третий, видать, еще был трезвее. Убежал. Заходим. В околке в одном козел лежит, и во втором козел лежит косуля. Ну, косуль снял, вот, все. Да. Да, одну разделали, вторую только вот начали. Если бы мы буквально, может быть, на 15-20 минут бы позже приехали, они бы и третью козу бы добыли. Протокол изъятия составили, нафиг, оружие изъяли. Следователи работали, все как положено. С голоду ни в селах, ни в городах никто не умирает. Разве что от жажды любителей технаря. Кто хочет по-человечески жить, тот работает. Тому не до браконьерской охоты. Среди городских стало модным поразвлечься с ружьем. Это время препровождения обеспеченных людей. Часть молодых охотников, которые в бизнесе имеют возможность приобрести дорогую технику, дорогое оружие, вот они сюда вырываются, вот как бы расслабиться, отдохнуть. И вот эти все элементы культуры, которые наработаны в социуме, они тут почему-то вот куда-то растворяются. А по большому-то счету, вот в природе еще более тщательно, более корректно нужно себя вести. Все больше и больше современный человек нуждается в отдыхе на природе. И культура-то вот отсюда идет. И я думаю, что через 20 лет, наверное, все-таки вырастет поколение, которое, ну, так же бережно и... к природе будет относиться и вести себя соответственно. Косуля требует себе бережного отношения не только как объект охоты, но и как истинное украшение природы Красноярского края. Те, кому хоть раз довелось наблюдать это удивительно красивое животное в его естественной среде обитания, будут вспоминать об этом долгие годы. Конечно, обязательно нужно, чтобы эту красоту увидели наши дети. Вы откуда все приехали? Из Канска. Из Канска. Ну так вот, вот здесь, на территории вот Канской группы районов, осталось еще на территории края вот уникальная группировка косули. Это единственное место в крае, где здесь действительно можно вживую не одну единственную косулю, да, а посмотреть даже табунки, идущие косули, и не просто посмотреть, а понаблюдать, как они себя ведут в природной среде. То есть, действительно, ваш район вот, ну, является не обладателем, а может быть вот носителем такого уникального явления, как косуля, да еще и мигрирующая на дальние расстояния. Они поймут и расскажут другим, чем могут гордиться, как жители этих мест. И хочется верить, станут это беречь. Красотой надо не только любоваться, за нее приходится бороться. И тогда она спасет и души этих детей, и души последующих поколений, и этот прекрасный мир. И может, когда-нибудь он снова обретет тот косулячий рай, который довелось увидеть и запечатлеть Александру и Игорю Савченко в самом начале 21 века.